Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелло Борис. И сегодня я хотел бы вам рассказать, как зарабатывать до одного эфириума в неделю при минимальных вложениях. Я продолжаю рассказывать о достойном проекте, в который вход в этериумах. Сколько нужно именно для получения хотя бы одного этериума в неделю. В месяц нужно активировать свой кабинет на 0,1 этериума. 0,1 этериума — это где-то около 20 долларов, если переводить по сегодняшнему курсу. То есть x10 здесь получить не вопрос, вообще не проблема. Нет проблем здесь получить, приумножить свои деньги хоть в неделю, хоть в месяц. То есть здесь можно получать 779% каждые 30 дней. Абсолютно нет рисков, потому что система все за вас делает. Посмотрите, здесь вот основные проблемы тех проектов, которые вас приглашают. Вам нужно выкупать уровни, закрывать матрицы, инвестировать, продавать товары, участвовать в ICO, торговать на бирже и многое другое. Здесь у нас не нужно, в Rise Capital это не нужно делать. То есть один единственный раз в месяц вы 0,1 эфира платите и все, и получаете свои переливы. Почему я это говорю с такой уверенностью? Потому что я знаю, потому что я проверил. С учетом того, если вы активно еще будете действовать, то есть вы будете получать даже не один эфир в неделю, вы, возможно, будете получать 3, 5, а может и 10 этериумов в неделю. То есть вы, наверное, все мечтали получать 200-300 долларов в неделю, но вам до сих пор этого не удавалось. Именно вот здесь это возможно. Ссылка на регистрацию будет под этим видео. Если кому-то интересно, если кого-то заинтересовало вот это движение и получать хотя бы от одного этериума, примерно я вам скажу, это около 200 долларов в неделю, то присоединяемся, заводим кошелек MetaMask либо Trust Wallet, переходим по ссылке, оплачиваем свой взнос, свой уровень, выкупаете и все, и начинаем зарабатывать деньги. На этом я пока заканчиваю. Ссылка на регистрацию под этим видео. Всем привет!